7. Сейчас я покажу фокус с колодой предсказания. Это колода предсказания. Затем я прошу зрителя назвать любую карту. Но чтобы доказать, что нет подстава, я кину карандаш. На какой карте он останется, то и возьму. Так. По-моему, вот эта карта. Вот эта. Итак, я возьму ее. Дама червей. Это будет карта. Затем я прошу зрителя называть любое число от 1 до 52. Для этого я буду использовать кубик. Итак, это будут десятки. 2. Это будет единица. 1 и 6. Итого 7. 27. Это может быть совершенно любое число. Я не буду просить зрителя кидать кубик, просто попрошу назвать. Итак, 27. Число 27. Итак, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пока что тут нету вашей карты. Да? Так, сейчас уберу. Угу. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Нету вашей карты. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27-я карта. Дама червей. Спасибо за внимание. До свидания.